Көмесудын бойында орналасқан Қанғылауылынан көплеген кеспілі ұсталар шыққандар. Бүгінгі хабарымыз солардың бірісі Россиялық граждандық авиациясының летчигі Эльдар Калмыкаев ақында. Саула яшауын сүйген авиация ісіне бағысылаған солыпылы летчик өзі ақында көп хабарламаға да сүймейді. Міне сондай адемлер алал сілерімен шынтасы манда яс арқаларға ярқын көрім ем үлгі боладылар. Эльдар Калмыкаев көңілді таудай биіклікке көтере таған, жоғарыда бұлтларды өтпөгі амал бере таған пилотлардың романтикалық кеспісін янына яқын көріп, әлі яслайынан алып сайлаған. Кішкейден алып летчик болмаған мұрат еткен яс адем 1971 жылда Саратов областының Краснокут ұшу училищесін бітірген. Ем гражданлық авиациядың пилоты деген кеспілі дипломын қолына алған. 1978 жылда Санкт-Петербург қаласының Ленин орденлі гражданлық авиациясының академиясында тауыскен. Баленші еллардың бойында қос еріклі летчик көк күмпезде ойнаған егерлі құслардай болып, шеті қиыры көрінмеген кең ауада қанатлы кемесімен кезіп жүрген. 50-м году 3 сентября в Кабарде, село Привольное, Сомман. Потом переехали в Канглы. Аулга келдік. Аулда, значит, кім икон сестрам, бабушкам тұрды. Мен мында Тахир Йоуды. На аулда тұратанек, на улице Качубея. Онысын папа мне үй салды мында. Мен түрі тұратан ерден, агаротын ер білесін көресін, со первый үй сонды болған. Мен школда оқыдым, ақам, значит, после Георгиевский неден, технический училищеден, техник болып, аэропортта құлық өтті. В светосредствах, и мен, а мы жили тогда на маяке, когда в самом начале на маяке, ближний привод, сонда он был тем мастером по светосредствам. Когда самолет заходит на посадку, ну, вообще, ну, самолет от Рязани, фонарларды включается, сонда, да, шырақларды, значит. Вот, сонда маякта тұратанек. Сонда ауылға көштік. Ну, в принципе, Алтынай, старшая сестра, 48-й год, 48-й, мен елде тұрмын. Сонда бебем 58-й год, бебем. Үш бала болып өстік. Ару көтірі, мен школды оқытаным, аше, не, ару оқыдым, мені неге физика-математикадан үш ел неттім мен. Краевой олимпиаде участвовал и выигрывал. И за это меня брали на физмат после, не, пединститутка без экзамена. Вот 286-ю справку и, пожалуйста, сен студент. Ну, Алтынай байға барды за летчика. Он айтады, да тебя в этот возьмут и в сентябре, дейді. Так что давай попробуем Красный Кут. Кеттік Красный Кутқа. Ақша нетіп, моя трусыма кісе етіп, ясырып салған ақша. Білмеймін, 130 ма, 130 замада беге күн ақша. Сонда бардық та ше, мен сонда поступил. Киевский институт инженеров ГА. Ростов-то. А потом, когда доучился до этого, я думаю, нет, я им перевелся в академию. Будучи вторым пилотом Ай-2, я был, значит, уже на третьем курсе академии. И в 78-м году, будучи вторым пилотом Як-40, я закончил академию в 78-м году на альбомте Корген Борсон. Сарекетн Як-40. Ту-134, Ту-154 самолетларды шуда сынап баслаған. Сөйтіп, Эльдар Калмыкаев 23 елдің бойында Минераловод қаласының 411-ші номерлі авиарем заводында алдышы летчик-испытатель болып қанығыслы ісілеген. Ол баленші елдің бойында тек Россиядың туыл, але оның тысындағы көп елдерде де болған. Іс низамлығын тұтуы мен, ұсталығы мен, ем өз ісін алау дерегімен сүйуі мен ару белгілі. Сол елларда оның атасы Мұхтар Калмыкаевті бұл предприятиеді білек тұрып белсінді әрекетлеген. Елбетті атасының сонда құлық еткені яс адемді қанатландырған. Еллар озып яс адемнің болымлығы, қайратлығы егі сезілгенде,
Ноғайясымыз пилот, инструктор, экзаменатор деген дюғары өрметлі атқа да тиісілі болған. У него сначала Як-40, он сын Ту-134, Ульяновский да переучились. Вот. В 81 году ввелся в командиры, в 84-м переучился на Ту-154, в 86-м и в 84-м меня еще пригласили вторым летчиком-испытателем на завод параллельно. Меня надо дать холод там. Индыгне. В 86-м году я ввелся в командире на Ту-154. Мой ведущий летчик-испытатель с завода ушел в Жуковково. И поэтому меня нет. Калдым он орында. С госнии не келді. Летчик-испытатель Есаян, ведущий летчик-испытатель, причем инструктор, келіп мы дал допуск. И каждые полгода ко мне приезжали с завода 400, продлевали мой допуск к испытательным полетам. И мне 23 года на заводе отлетал. Авиаремзавод, да, параллельно. Мне звонить это, не директор завода. Это можно Эльдара на завод? Он будет освободить ее в субботу, чтобы полетал. А этот хорошо, мы в субботу не ставят наряд, меня Даша Мороза. Да. И анда там не надо. А руштум. О самолете, он и самолет вообще был мяг. Самый самолет мы солода нет. Он да на самолет ехал. В 1971 году Айн-2-та Ставрополь нашу поставил. Вот минводах 1977 года. Потом нет, так я перевелся Домодедово С7 она. Зелененький самолетик. Вот. Туда то, что меня пригласили в Махачкалу. Айтлар, вот про тебя я там рассказал, да, бывший штурман сонда. Сонда мы сонда барн. Онда да Арушток, онда в основном паломников возили, Джиду, Саудовская Аравия, он с нами Красное море Акаба, олар он с нами автобус бан баратане для них. Ну, кова дема кеткемен, онда. И каждый раз барсам, онда, Куранды береді, не знаю, что только не делают. И тасылар нелер әкелбет, көтері ауылға бергемен. Авама келетілейді әнеділер. Ну, все, в принципе, онысы российские авиалинии, когда 54-й завод стал, Минводах тоже отряд разорится ТЗ, нету отряда. Сома меня пригласили неге. Авиалинии, российские авиалинии, ЦУМВС, Центральное управление международных воздушных сообщений, Шереметьево. Мне Шереметьево до полтора года пролетал. Вот. Солнцем, после этого, когда на заводе облетывал самолет, оказывается, был самолет Аэроренда, Руслан Вахович Зайпулаев. Сол, значит, Майтада, давай будешь у меня. И меня пригласил к себе на работу. Ноғайдың арслан юрекле егіт тұлларының бірісі Эльдар Калмыкаев кеше күндіздемей, өз заманымында санаспай, көп йыллардың бойында шет қиырсыз көп күмпездің кеңілігінде бұлтлардың арасынан темір кемесімен йоллар тауып, мыңлаған адамдарды санамалы сәтлердің ішінде ердің бір мүйісінен басқа мүйісіне еткеріп тұрған. Бұл үндерде Эльдар Мұхтарович тиесілі тыншайуды. Ол тек летчик болып қалмай, халықтың жамағатшылық яшауында да белсенді қатынасады. Инінде бай сұлыбы болған адем құлықтан бірде қорқпаған, ең яңы ұшып баслаған яс адемдерменде сұлыбыман бөлісіп, еті адемді шынтысыманды ұстал летчиклер етіп тәрбиялаған. Көп йыллық намыслы әрекеті үшін сансыз сый грамоталардың имразылық хатлардың да иесі болады. Өкінішкі буынлерде өз өмірін граждандық авиациясын өрлендіруге бағысылған адемге енді де Россиядың сыйлы летчигі деген өрметлі ат берілмеген. Не командир эскадрильи. Значит, там 6 самолетов, ну, сделал командиром эскадрильи. Потом, значит, я там отучился в Жуковке, курсы прошел, сделал меня летным директором. Вот. Потом, значит, приехал самый крутой у нас государственный инспектор. ОДЭП, значит, ты сначала второй пилот был, он командир был.
командира готовит инструктор. Инструктора готовит экзаменатор. Экзаменатора готовит государственный инспектор. Мне этот государственный инспектор дал экзаменатора. Ну, это, ну, как генерал, примерно. Вот. Дома. Поэтому я сначала сидел слева, потом справа, потом опять слева, потом опять справа и слева. В общем, 5 раз поменял. И был вторым командиром, инструктором, потом пилот-инструктор, экзаменатор. Аэропорт Касымызда, мен эскумен ближний приводта, вот среди аппаратуры, она светоаппаратура начинде. Сомен, эндігі неткен заманда папам техник болып қойды, албам профилакторияда не, летчикларды қарайды, санитарка. Вот. Конечно, ма прямой путь. А, самое большое влияние к МЭТТО, Муталипов Миша. Ол бізді первый летчик. Муталипов Миша первый летчик. О, женился кім? Қарындасым далды. Нет, сестра старшая қайтып айтылар. Аптем. Аптем далған. Вот со Аптеммен неткен заманда ом айтты, давай Красный Кутқа деп, со басылан. Мен, может быть, учителем физики более аппарат, потому что физика, математика, аппарат, а не да? Это мы тоже, я что-то, этим сайлом, с бабахтом, с гаражеством. Конечно, конечно, бег разуман. Мало в жизни бег повезло, бег. Он ты не, кай с профессиями курим, кай ты дня кортом, не с кортом, не с кормим. Это сложно. А мне кайди правда была на закондайте анзаке. Ну, вся Европа начинали немен в Германию солдат возили, его начало было. Ну, когда не Ближний Восток, Алеппо, Сирия, не Израиль, Бен-Гурион, Саудовская Аравия, в основном на Джидда, аэропорт Джидда, самый крутой аэродром, он дата Барагамс. Не. Ну и Эмираты, да, Дубай, Фуджейра, Ростельхайм и столица Са. Это ведь он столица Са. Он это Баргамон. Делки память совсем не. Ну, нам баста Турция, там Марокко, да, Испания. А, вообще Турция, да. Места, Турция, да. Без Яшатых. Деп, в общем, келемізді, Бриематромс. Возвращаемся, метады, басха пассажирла даламанте. Ну, в общем, хотя бы тут она, челноки дита недорого, если были там уже. А, еще Оларты один раз слетали, и все. А мен с каждой группой барып не темз. Мен сонда балларым талып бардым. Тиесілі тұншайуда болған Эльдар Мухтарович бұл заманында пианинада ойнап, дүрекке яқын сазларды ұсташа шығарады.